Здравствуйте, дорогие ребята! Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня, милые мои, я хочу почитать вам письма и показать рисунки наших маленьких телезрителей. Они очень стараются, и у них здорово все получается. Вот давайте-ка начнем с первого письма. Его написала мама Бабенчук Катеньки. Вот послушайте, что пишут. Здравствуй, дорогая Дуняша и маленькие помощники. Спасибо вам огромное за прекрасные программы для деток и не только. Ведь даже взрослые часто могут узнать что-то новое, интересное и полезное из ваших программ. Дети внимательно слушают вас и всегда с нетерпением ждут от вас передач. Спасибо вам большое, с уважением, мама Натальи. Будьте благословенны. Спасибо большое за письмо. Катенька прислала нам очень много рисунков. Давайте же их рассмотрим. Вот это первый рисунок. Катя нарисовала девочку в очень красивом платье. А еще солнышко. А еще там есть мальчик с гитарой. Очень хороший рисунок получился. Теперь давайте рассмотрим второй рисунок. Вот. А здесь нарисован большой дом, солнышко и деревья. И красивое большое дерево и солнышко. Очень хорошо получилось. Молодчинка. Теперь рассмотрим следующий рисунок. А здесь Катя нарисовала принцессу в красивом наряде и высокое дерево рядом. А еще солнышко и озеро. А в озере плавают рыбки. Умничка, Катюша! Ну и последний Катин рисунок. Вот он какой интересный. А тут красивый кораблик плывет по морю и солнышко. А на палубе стоит капитан. У Катеньки получились замечательные рисунки. Умничка! А теперь мы рассмотрим следующий рисунок. Его прислал Тимошин Паша. Пашеньке 5 лет. Паша нарисовал какую-то рыбу. Она такая большая рыба. Наверное, Пашенька нарисовал акулу. Очень хороший рисунок. Молодец. Ну и последний на сегодня рисунок у нас остался, который прислала нам Балаш Дашенька. Даша нарисовала вот такую мочалку. И еще Даша попросила рассказать нам о предметах личной гигиены. О зубной щетке, о расческе, о мочалке. Дашенька, постараемся выполнить твою просьбу и рассказать обо всем этом, но уже в другой раз. А сейчас я еще раз хочу поблагодарить всех девочек и мальчиков за то, что вы потрудились и порадовали нас своими работами. И объявляю мультфильм. Вот и все на сегодня, друзья. Наш адрес вы можете увидеть на своих экранах. А теперь давайте прощаться. До свидания, друзья. Спокойной ночи! Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Снег.